Тема урока «Во дворе». Тема нашего урока «Во дворе». Посмотрим, чем можно удивить друзей, просто гуляя с ними во дворе. У меня есть две веревки. Юр, держи одну. Родион, ты держи вторую. В моей команде медленно начинайте тянуть веревки в стороны. Мы сделали из двух веревок одну. Вам понадобится тонкая веревка. Практически каждая веревка состоит из нескольких более тонких. Нам нужно найти такую. Смотрите. Разделяем веревки в центре одной. И скручиваем образовавшиеся концы. Смотрите, получается, что у нас образуется такой X. Именно вот эту часть мы закрываем пальцем, большим и указательным. Теперь зрителю кажется, что у нас в руке две веревки. Да, смотрите, если их растянуть, то веревка восстановится. Наташ, покажи мне этот трюк. Да, здесь надо немножечко приноровиться. Угу. Да, все, уже можешь показывать. Отлично. Ты превратила две веревки в одну. Таким трюком можно удивить друзей во дворе. В моей команде медленно начинайте тянуть веревки в стороны. Мы сделали из двух веревок одну.